Димон, здорово. Привет. Что тут у тебя? Ох. У нас будет тюнька-тюле. А он тонул. Когда клиент сказал, что машина 2 часа простояла в воде. А что дальше сказать? Блин, это охренительно. Не, поймал что-нибудь? Щука. Ходишь. Я Мэтью Рубин. А я вот это вставлю. Да, ты вставь, начал. Смотрите, это очень хорошо. Я мастер, который здесь работает уже давно. Кто старший мастер? Как ты назвал меня? Я Саня. Я монтажер, поэтому я буду вставлять огонь и воду по очереди. Если какие-то моменты, значит, неинтересные идут, я вот что будет происходить в нашем тюнинг-ателье, мы все будем вам показывать. И все подготовили для вас, будет очень много выпусков.